теперь о моей мечте, пару ласковых слов. Моя мечта, баба! Моя мечта, половой акт! Моя мечта, баба! Моя мечта, половой акт! Да вот если бы я был бы известным художником, а не заморышем, у меня бы было бы огромная была бы такая мастерская на верхнем этаже. На верхнем этаже я однажды ночью в уважаемой мастерской раздался звонок, и пришла прекрасная женщина без трусов, возможно, только в легких кожаных штанишках. И мы совершили бы с ней половой акт. Половой акт. Половой акт. Моя мечта! Моя мечта! Половой акт! Половой акт! А если бы я был бы известным ученым, и у меня было бы белое-белое брюхо, и очки дорогостоящие фирмы из Италии, ко мне бы пришла молоденькая студентка, я бы тогда и так бросил бы таблички с формулами, таблички с формулами, и завершил бы с ней половой акт. Моя мечта была! Моя мечта была! Моя мечта была! Моя мечта половой акт! А если бы я был бы известным музыкантом, у меня бы был белый рояль, и пришла бы ко мне какая-нибудь клейсматура молодая, с мокрой промежностью, у нее бы там были специальные тампончики, чтобы не мочить сиденье в моем, возможно, автомобиле. Потому что я известный человек, возможно, я художник или философ, или ученый, но лучше бы всего бы я был известным телеведущим. Тогда бы я совершал половой акт. Половой акт. Половой акт. Моя мечта. Моя мечта, половой акт! Моя мечта, баба! Моя мечта! А если бы я был бы космонавтом, мне бы показывали в космосе всевозможные порнографические фильмы, и я бы тогда доставал из шлага свой причиндалец космический, безмикробник, потому что моя мечта — это баба, моя мечта. Это половой акт. Моя мечта — это баба. Моя мечта — половой акт. Моя мечта — баба. Thank you.